Никто не ожидал, но Габош на Рейне. Я, кстати, я ожидал. Таня, по-братски. Ты меня слышишь? Да, я слышу. Так. Добавь ссылку на мой канал. Сделаем, сделаем. Так я же добавил вроде. Да я теперь Сане говорю, он же тоже стримит. А ты как хочешь, в чат или границу. Хоть куда? Не-не-не, в это, в описании. В описании, да, конечно, сделаем. Ух ты, что-то конкретно. Ой, а что это привер на Рейка сел? Ну, я что-то офигел немножко. Я не знаю, что привер на Рейка сел, но я знаю почему, но я знаю, что Гапош знал. Просто не, ну, как бы, не говорил никому, да, что Гапош играет на Рейне. Так это все знали. Это да. Чуть жареный запахнет, он надо косяет. Ой, хорош. Красавец. Вау. О, Серега зашел. Все, мой бой будет вовремя. А у нас побольше мидов давай, он мышит. Ну, красиво, красиво. Миды. А, Крен, я знаю, что алмаз на Рейка сидит, просто Ашра намного сильнее персонаж. На Рейка надо всю игру тупо тыкать. И звездочки кидать, а он не особо любит звездочки кидать. Не, Рейк это вообще это просто персонаж для того, чтобы зайти и звездочками пошвыряться. Да, но он что-то этого не делает. Конечно, респект, но... Это надо... Вот, надо было додуматься так персонажа сделать, конечно. Ой, красиво. Алмаз, Рейка перезонивает Рейна. Нет ничего зазорного в том, чтобы кидались в игру. Рейк всех перебивает, а Рейка вообще пофигу с кем играть. Потому что его эти... У него мало того, что эти звездочки. Да звездочки, ладно, вот бесит Рейка, которые слайды пихают. Вот там проблемы начинаются. Надо добивать. Не смог, конечно, но... Но это смерть, все, он ничего не сделает. Хорош. Ух ты. Это 1-0. Да понятно, что надоел Ашеру, но это турик. Вообще принято делать случайные арены на туриков. Ну ладно, что поделать. Хорош. О, такую комбу еще не видел. Хорошая реакция была. А че я один? Кто-нибудь живой есть? Есть, есть, все нормально. Я занят вашими ссылками. Да, Петя, согласен, но просто правила, что такого. Так что Гапоша может убить сейчас, но вряд ли. Не, у Рейка 1100 хп. Не боится он лаунчеры давать блок, но они попадают. Интересно, Гапоша играет так через скорпа, ни раз не видел. Ой, это наказание. Ой, подлагивает, конечно. И урон хороший. Ой,
Немножко есть, да, лаги. А, как мне жалко Привера, он чисто из-за лагов сейчас проигрывает. О! Я почти уверен, что лаги не из-за него. Ай-яй-яй. Наказывай. О, он нажал, он нажал. Блин. А, Брэдестака, ты меня позвать опять можешь? Да, конечно. У меня закрылось все, короче, вот из-за того, что на диске це место заканчивалось, у меня... Так, счет 1-1, мы продолжаем матч. Ривер пересел на Ашру с Камелеоншей. Будем сейчас смотреть, что да как. Ну, прикалывай. Ух ты, оверхед красивый. Ух ты. Опять Серега отлетел. Да, у меня... А теперь у меня вылетела игра, потому что ее снимает ОБС. Она всегда первый раз вылетает, если ее ОБС захватывает. Ух ты, как красиво тут Привер раздает. Так, чуть-чуть остается. Хорошо. У меня, кстати, нету таких проблем с ОБС, слава богу, что не пропадает у меня ничего. Там, по-моему, так, как-то это можно поставить. Я принял, но меня что-то не переносит. И ничего, раз, пока бой идет. Если не смогу тебя пригласить, то... Ну, я пригласил уже. Хорошо. Так, ну тут Гапоша совсем разошелся. Хорошо. Я люблю эту арену, она прям такая красивая, мне нравится. Там золотишка много, да? Опа! Брейкауэй! Не тут-то было. Так. Красиво, красиво. Денежка упала. А игры Луис пока нет. Потому что БС добрый вечер. Так, хорошо поймал. Привер. Ух ты. Дамаг 393. Да, но все равно неплохо. Так, наказывает. 116. Есть. Ой, хорош. Будет болезненный. Ай-яй-яй. Дропнул. Ой, красиво было. Чуть-чуть остается, тут можно на чипе. И готово. 2-1 в пользу Привера. Ашра у него все-таки заряженная. Да, тот, кто проиграл, тот может взять другого персонажа. То есть, например, Гапоша проиграл, он мог бы взять другого. Так, если Серега... кто-то меня выиграл, то он обязан нового персонажа взять. Желательно из последнего десятки топ тир-листе. После поражения, да. Так, 2-1 в пользу Привера. Хорош. Так, наказывает оверхед. Ух ты. Не ждет он до конца. Ой-ой-ой. Маленький дамаг, но ловит. Не знаю, никогда, наверное. Ой, красиво. Красиво юзает телепорты. Оба. Ух ты, вот это миксанул он конкретно. Ай-яй-яй. Добрался. Добрался до Ашры. Красивый дамаг 407 и оверхед с помощью камелеоны проходит на ура. Так, два оверхеда. Нет. Хорошо. Финальный раунд. Ой-ой, наказание. Михаил и китаец, заранее приготовьтесь. Следующий вы будете. Так что ждите приглашения.
А можно сейчас пригласить их, наверное, да? Да, можно. Сейчас я приглашу. Я китаец против Михаила, да? Я приглашу. Приглас отправил. Интересная какая-то комбинация была. Только не вышло. Ах, оверхед не прошел, скорб залетел. Так, так. Что же будет делать Привер? Он в углу. Так, убежал, молодец. Зонинг. Ай-яй-яй! Перепрыгнули его. Так, что тут можно? Ой-ой-ой. Армор им станет хорош, питает, но надо было наказывать прыжком. Ой-ой-ой, блин. Так, что у нас 2-2 получается? А это Д2? 2-2. Блин, еще Миха один. Миха в АФК. Блин, быстрее в АФК надо. Я думал, он не додумается. Все. Хорош, респект. Да, блин, жесткий бой был. А я почему-то думал, что 3-2 уже, ну ладно, хорошо. Так, финальный раунд у нас. Серега! Ау. Авою. Мне послышалось, или ты сказал, Серега, я хаваю? Ну, было. Дразнишься? Или это был английский? О, какая отмена красивая была. Вау, это почти в сухую. Куда ты суешь? Я говорю, почти в сухую. Не матерись. О. Так, это будет камбэк века, наверное. Хороший урон. Плохая отмена. Так, тычки, перетычки. Телепорт. Привер про мид забывает, но у вас тоже достаточно быстрый. О, воздух перебил, но не стал дальше продолжать. И оверхед тоже редко жмет. А вот, о. Он нас услышал. Ух ты, дальше прессинг идет, ура! Вот это да! Вау! Брейкауэй. Так, что же будет здесь? Поздно дропнул комбу. Ух ты, нифига себе. Вот это да. 3-2. 3-2, да? Да, 3-2 в пользу Привера. Вот это он разгромил, конечно, его, наверное, на пинг обозлился. Что ты там начинал говорить? Я? Да, ты на пид обозлился. На пинг. А я думал, ты уже сразу гапошу начал читать из этих. Ну, Серега разрешил уже материться, что делать теперь? Я такого не говорил. Он сказал, с первого раунда буду. А выйдите, пожалуйста, из СГ и Привера гапошу.